сегодня у нас на обзоре такие наушники зла. Смотрите, какие они. Тут, кстати, басы в этих наушниках очень хорошие. Давайте я вам расскажу о ее характеристиках. Она работает на дальности 10 метров, заряжается 2,5 часа. Батарея идет стандартно алюминиевая. Весит около 300 грамм. Он сделан хорошего качества. И что как там? Тут есть встроенный микрофон. Вот видите? Давайте я вам сейчас открою. Вот тут открывается. Сейчас. Кстати, тут есть такое окошечко, где мы можем посмотреть на свои наушники. Вот это регулировка звука. А это как-то еще включение, кнопка выключения и принимать звонки. А тут находится микрофон. Давайте их достанем, посмотрим на них вживую. Вот так они выглядят. Давайте сейчас. Вот они так выглядят. Вот они на магнитиках еще. Сама зарядка, она работает от микро-USB. Например, вы можете подключить к ноутбуку, к компьютеру или от розетки и заряжать. Зарядка, как у всех андроидов, в принципе. Вот такие тут уши. Они еще на магнитиках такие. Прикольно. Еще раз повторюсь. Кнопка включения и тут. Надо ее зажать. И... где она? И тут она начнет мигать. Когда зарядка синяя мигает, а когда оно как работает, мигает синий цвет. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем пока.